180-я серия, участок Мурманск-Магадан, будет пройдено 75 километров. Периодически слева и справа будет проходит железнодорожная магистраль Аян. Протяженность участка 75 километров. На протяжении всего пути нет ни одного населенного пункта, поэтому остановился на ночевку на привал у поселка Улун. В конце видео разместил фотографии, которые сделал в кафе поселка Улун. Я в голос смеялся. Чувстве юмора людям не откажешь, особенно про медведя. Рекомендую посмотреть. Это заключительная серия 17-го дня движения. Следующая серия, 181-я, начнется от этого кафе, где я в салоне автомобиля, тоже немножко об этом кафе что-то расскажу. На комментарии, которые поступили к этому времени, отвечу чуть позже, наверное, в следующий или через день. Сейчас просто смотрите. За неделю до старта. Он говорит, что до 10 месяца все сделают. Он, наверное, имел в виду тот участок, за который он отвечает. А так возможно.
километров, примерно 1000 километров была грунтовка. То, что вот трясочка, вся вот такая фигня. Примерно 10% было вот как сейчас дорога. Только вблизи населенных пунктов она была. Участок очень длинный, щебеночный, да,
остальные там по... снимал на видеокамеру. Расстояние до нее, не знаю, может быть, километр. Так, стоянка, дальнобойщики очкуются.
боковина дороги обычно. Интересно, привозной, да нет, не привозной, это натуральный грунт, который здесь. Каменистая почва, поэтому растительность не очень высокая. Смотрю на эту почву, да, на край, да, этот обычно деревья растут. Каменистая почва, камни. За счет чего растут деревья? Лиственницы там, ели. То, что опадает с деревьев, потом перегнивает и дождем проникает к корневой системе. Сколько проехали, ни одной машины, ни встречной, ни попутной. Интенсивность движения крайне низкая.
сейчас заверещит радио.
6,2.
гостиница вся желтая, осень, первая неделя осени. Так, температура за бортом поднялась, на улице 11 градусов. Расход 6,2, 508 родина, движение 10 часов с лишним, 48 средняя скорость.
станция.
делают дорогу на совесть. Что скажешь? С некоторыми небольшими. Грехами, как говорится, бочку меда ложкой дегтя. Не буду всех дорожников друг друга ребенком. Дальше не поеду. В том плане, что может быть плохая дорога.
на обочине встать здесь. Шиномонтаж. Возле бочек. Ладно, если что, переставлю машину, сейчас спрошу у них. Режим записи. Немного автомобиль выровняю. Сказали. В общем, я рекомендую заехать в эту замечательную заимку, кафе Заимка. Вот. Я просто до глубины души умилен вот внутренним бесхитростный такой быт. Вот. Как могли люди сделали. Взял сметану и блинчики 67 рублей. Потом, ну, больше я ничего больше не рискнул кушать. Мне понравилась надпись. Не надпись, а фотография. Я ее сфотографировал и размещу в этом слайд. Ну, этот слайд-шоу. Значит, картинка. Я просто пока прочитаю название. Значит, надпись такая. Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, дождитесь осени, и птицы полетят на юг. Вот это одна, один шедевр. Второй, значит, я в восторге от него. Это если что делать, если на вас. Что делать, если на вас напал медведь, а у вас при себе только нож? Значит, сейчас прочитаю, что нужно делать. Господи. Напишет. Вы все равно умрете, но можете
постараться улучшить предыдущий рекорд втыкания ножа в медведя. Он равнялся 12. Вообще, я вот в восторге, когда вот такое чувство юмора. Молодцы просто. Рекомендую кафе «Заимка». Все, я теперь спать. Можно еще было проехать 120 километров. Там есть тоже место для привала, кафе. Может быть, площадка получше, не знаю. Вот. Но еще ехать 120 километров, тем более там сказали мне участок километров 30 с таким же бездорожьем, как и вот возле этого Алдана. Километров 30. И не хотел бы попасть туда затемно. Это раз. Во-вторых, тут заправка рядом. Завтра утром заправлюсь. Все, пока.